в очередной раз преклонить свое колено перед подвигом наших отцов и дедов, которые освободили не только нашу великую родину от фашизма, но и всю Европу от этой черной и коричневой чумы. Мы помним подвиг наших отцов, мы помним подвиг наших дедов и будем передавать этот подвиг из поколения в поколение нашим детям и нашим внукам. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Харьковщины и всех жителей некогда единой нашей Родины, Великого Советского Союза, с нашим великим праздником. С Днем Победы вас, друзья! С праздником! Спасибо большое!